Самом музыкальном флешке, добро пожаловать в GTA 5. Сегодня, кто выбьет Мерседес из контейнеров, получает балл. Ну и, соответственно, кто выиграет, получит 5000 рублей. Сегодня в ролике, конечно, случилось то, чего давно никто не ждал. Поэтому досмотрите ролик до конца. Не забывайте вводить мой код FGK в реферальной системе. Так вы получите 75 тысяч долларов и поддержите меня. Желаю приятного просмотра. Ехал. Кого мерс падает, тот получает бал. Ебать, ты заебался уже, ты делаешь. У кого мерс, тому бал. У кого БМВ было тогда? Сейчас мерс будет. Да, сейчас я на спидране. Нет! А, без спидрана своих ебаных, блядь. А нужно ритуал целый проводить? Блядь, он сейчас скажет, Радмир лучший сервер, там будет мерс, блядь, один бал у него. Так подряд 5, и ролик заканчивается. А зачем спойлеришь? Осуждаю спойлеры. Ну... не знаю. Я открываю. Ну, открывай. Давай. Понятно, мерс. Ага. Это бомба. Бля, я так обожаю. Но это уже ульф. Расскажи. Корвет. Еще скажи. Да там концерн мерс. Что такое? Концерн. Ну-ка. Блять. Ага. Нихуя мы пососали? Да, но я того купил, а вы нет. Блять, тоже верно. Да. Егорчик, тебе в прошлый раз Диана и выиграла, блядь, игру. Она тебе дала деньги на последние контейнеры. Ебать, ты уже забыл? Ламбу, блядь, 2 года назад мы выбивали, это помнит, блядь. А то, что Диана ему помогла, блядь, это забыл. Я просто не понял, про что он. Понятно. Вот он. Помню, было. Вот он, лучший друг, блядь. Бля, Егорчик на самом деле самый хороший друг. Да ты охуел, я пришел, тут снимаю с тобой. Ладно, спасибо. Тут сказать нечего, да? Да, тут реально ебучка завалил, блядь. Ну по факту не факт, что кто-то набил 4. Ну по факту не факт, брат. Блять, как я помню, я сидел там, мы что-то играли, по-моему, ДБД или что-то, и говорю, ну, все равно, anyway. Ну, наверное, ну, типа, ну, может быть. И до этого, и до многого. Давай, Егор. Радмир — это лучший сервер. Расскажешь, не ну, слушай, если тут конкретно говорить, то второй сервер Радмир Ролплей по ссылочке в описании с тегом FGK самый крутой крутец. Ёб твою мать. Зато локов 4300. Ну, да. Ладно, 3900, умник. Слышишь, ну, а чё твой Феррари дымится, Егорчик? А, вейпит. Блять. Ни хрена, мы не в сухую, блядь, я был. А у кого сколько денег? 10. У меня 7. А у тебя сколько, Егорчик? 10900. Хорош. Не, блин. Чё не могу поставить? Ты чё, еблон? Я не могу поставить, Егорчик, ты сломал контейнер. Давай, я выкуплю. Не, где там лезгинка? А, нихуя нет, убрали. Стриптиз. Вот я ради этого контейнера и ради Радмира лучшего сервера готов потанцевать вот данный танец. У меня ты просто стоишь. Один из игроков сейчас занят чем-то другим. Давай. Блять. Изи. Давай. Дай лах, это десятка сореша. Ладно. Десятки не хватит, блядь. Я победитель по жизни, правильно? Да ебаный. Ну концерн. Брат, блять. 2600, ну что за хуйня? О! Блядь, так а он еще стоит 7 лямов. Че, ебан, дядя? 5500. Mercedes-Benz S63 AMG V222. Если кому интересно, Alsace, нахуй. Alsace. Я право возьму. Бля, вот въебать бы тут тебе, Егорчик, это бейп нахуй. А чем тебе бейп нравится? На штаны мои посмотри, это же автогол. Так у меня, видишь, он прям под стиль. Ну, почти. Кстати, мне шмотки нужно обновить, когда там БП новый. Да, кстати, закончился, а? Вы, кстати, очень стилевые. Спасибо. Вообще прикольно. Я на Луи Виттоне чисто. Пропуск закончился 7 дней назад, брат. Я в курсе. Открывай. Давай. Давайте я не первый, а то я все время первый. Нет, ты первый. Давай. А нахуй, ты левый забираешь? Ладно. Я могу открыть первый, давай. Давай. Я-то спокойно, у меня уже бал есть. Сейчас будет второй, чекай, проверяй. Ну ладно, шутка. Давай, Джонни, давай. Хорошо. Ну тогда я себе мэр забираю, да, Егорчик, вместо тебя? Хорошо, я разрешаю. Ну хорошая, как бы, ну блядь, ну 2500. Да, блядь.
Бля, у кого? Тифани, понял? Тифани, бля. 8300. 8700. 8700. Пущи. У тебя тоже 8700? Да. Да ты че? Бля! Я забираю левый. Я... Я правый. Да. А я сейчас удалю еще сзади возьму. Я мне на одну хватит. И выпадет там мопед нахуй за 200. Да, бля, мопед выпадет. Мопедник. Мопедник. Открываешь контейнер, там, бля, сидят просто по углам нахуй. Мопедник. А нахуй вы создали реально какой-то вайпер гэнг, вайс, что-то там, это мопедник можно было создать просто. Открывай, и машины были бы синие и желтые. Какой еще там цвет в казахстанском флаге? Блять. Приоткрываю. А ты еблан? Подряд. Ладно, но сейчас точно сработает. Радмир — это лучший РПС проект, который я только видел. Давай. Да ёбаный. Да, для, это с прошлого ролика тебе осталось, Игорь. Да, да, сыпет. А он только на бэхе работает, кажется. Слышь, еще бэха стоит 2510. Вот эта десятка, которую я. Я помню, я когда-то из-за этой десятки баллов выпила в какой-то игре. Что-то было. Мы проиграем с тобой, если никто из нас не выиграет. Я понимаю прекрасно данный момент. Момбет, данный момбет. Как так, что мы там, знаешь, у нас в прошлой серии 5-4 там. А сейчас 1-0-0. Так ты, я помню, прям волна мерсов была, по-моему, ролик даже назывался. День мерседеса, бля, был. Нет, вот, это ж другой ролик был. Это когда нужно было угадывать. Ну я понимаю, но там сыпало. Ну, кстати, там я тоже против. Выиграл. Нам свои эти, блядь, достижения. Ебать, Егорчика, не спроси, где он, только не выиграл. Ооо! Чё, ёбик? Ладно, похуй на тот Мерседес, ребята. Ты чё, Роб, ебак! Забираешь или продаешь? Ну у меня есть кибердрак, поэтому... А сколько он стоит? 11500. Ну это тут, а если игрокам, там вообще дороже. Ебать. Блядь. Ну да, блядь, ну, подумал. А что там у тебя? Блядь, это что за... Ну она стоит... Так это Браво, 500, слышишь? Так Mercedes-Benz написано. Так, не-не-не-не, Это тюнинг. Брат, название Mercedes-Benz, это про... Ничего не знаю, это Брабус. Нет, там просто шильдик, блядь. За что, блядь? Там шильдик. Что с ним делать? Ну, бля, ну, радоваться. Подожди, Дрэвен Мерс? А, там Mercedes-Benz, да. Простите, пожалуйста, я тупая женщина, я просто не разбираюсь в машинах. Да. Да, это я знаю, а Mercedes? Ладно, продаю. Ебать, ну, колхоз был тюнинг. Я центр разбираю. Я левый. Я правый. Ну вот и решили. Да. Решили. У меня 2 мало осталось. Подожди, это что, ничья будет, если у нас деньги закончатся, блядь? Ой-ой. А в натуре. Ты же, помнишь, я говорил... Егорчик уже все равно, он проиграл. Помнишь, я говорил Урус? Ну, кстати, Урус столько же стоил. Поэтому, по сути... Давай, там, балл хочешь за Теслу, блядь, забрать. А хуй тебе. Бля, это пиздец. Как давно у нас такие тачки падали, блядь, я не помню уже. Ну что это за хуйня? Так это Оку. 2300. Почему розовые падают? А, ну не Окуф. А я говорил тогда про Радмир? Нет. А помни? Пожалуйста, Егорчик, все может. Блять, я чуть-чуть микро, бля, это было. Ну у меня 13 лямов, поэтому у меня шансов выиграть больше. Блять, ну по факту. Слушай, Егорчик, помнишь? Егорчик, да помнишь? Добро не забывай. Ну там ты 30-ку или сколько ты кинула, то что тебе? Ну а даже если 1 доллар я тебе кинула, без этого доллара не было бы победы. Понял? Да нет, факт, не факт, блять. Не факт. Она тебе, брат, она тебе не бабки дала, а победу, понял? У Зната 3 бэхи было, не факт, что у него денег хватило, you know? А при чем тут знат вообще? Ебать, приплел какого-то свидетеля. Не говори нахуй вообще. Давай, Диана, открой. Что там? О, так это... Коллекция, да. Додж Вайпер, вау, такая дорогая, мама. Не, она тут дорогая, игрокам дороже. Ага, очень дорогая, 600. Без рофлов, да, 600, за 600 коллекционки. Ладно, мама забрала ее. Ладно, езжу. Буду на этом чудике ездить. Да ехал. Да езжу. Она красивая, кстати. Блять. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня все, я проиграл. У меня тоже денег нет. Егорчик, открой чуть-чуть. Три конта, Джонни. Ты три конта откроешь? Дай лям, 2 ляма. 10 тысяч. Егорчик, лям.
ребята, я что тут, мультимиллионер? Сейчас, ну, я слушай, открою. Судя по Тесле, есть ебать, такое. Ебать, говорит, я что вам, мультимиллионер? А, кстати, могу. И открывать, третий. Мне. Ну, по идее, Диана там не зарешала. Ладно, мне два ляма надо. Ну, лям просто на лапу. Ну да, так чисто. Базарнит. База кормит. Бля, ну сейчас, конечно, смешно будет, у Игорчика все деньги заканчиваются и все ничья. А прикинь, сейчас 3 Мерса. Блять. Да, хоть один падает, уже выиграл. Ладно, молчу. Что это, блядь? Что это, блядь? Это 2 800. Так. Блять. И сейчас 2 Мерса в одном контейнере. Типа нахуй с контами. Да, блять. О, красивый цвет, пиздец. Лям 400 стоит, пиздец. Дай 2 ляма. Подожди, а у тебя есть бабки, Егорчик? Еще на один. На один контейнер? Да, и Диане 2 ляма там. Ебать. Ой, спасибо, родной. Бля, пожалуйста, лучше. Пусть будет камбэчная сейчас, жесткая. А можно еще 9 тысяч? Да, блядь, ну. Я дам. Бля, вот понимаешь, это... она начинала с ляма, в итоге 2, еще 9 тысяч. Ну, Подожди, а кому лям сейчас дать? Давай мне. Точно? Сразу жмет это подтверждение. Не, я заметил. А, ну ладно. А это ты заметил? Фу. Да, ну, сука. Концерт, я думал, что ты сейчас будешь ебать, да, ну нахуй. Ты еблан вообще, что ли? Ты долбоёб, блядь, скажи. Ты еблан, блядь, 2 Тесла выбил чел за ролик. Чего, блядь? 7 лямов. Охуеть. У меня ни разу Тесла не было, что за ролик. Он в одном... Не, по-моему, ты выбил... Нет, это заебись, кстати. Подожди. Это Nissan Cheater. Диана, ты, по-моему, выбивала Теслу в самых первых роликах? Нет. Бля, вот этот наебла на этого, посмотри по-братски, блядь. Да и чё ты тут? Пиздец. Вот этот, который пришёл? Подожди, Егорчик, ты можешь открыть, да? Ну такой себе. Два ещё. Я тоже могу один открыть. Ну, открывайте, я подращу в стороне, блядь. Слышь, Ваня, какой выигрыш? Ну, слушай. 5000 рублей. Ну за прошлое я получил. А за этот? За этот получишь, если выиграешь. Но Диана-то еще, блядь, что, со счетов ее не сбрасывай. Ебать, да. Нет, тоже верно. У нас там всех бал. Егорчик уже их поебал, успел получить. Давай, Егорчик, открывай ты сей два. Сей два? А сей раз два. Сей раз два. Ху, ты не знал, а я и тебе. Так, ну, сука, хорошо. Я думала, это еще одно Тесла, у меня сердце остановилось. Не, он с третьего Тесла убивает, я ему... Иди нахуй. Подожди, Диана, сейчас тебе Мерс. Сейчас Мерс. Бля, да у меня коленки трясутся, блядь. Мерс. Да, блядь! Джоли. Ничья будет, типа? Да. Мерс там мне на контейнер не хватает, брат. Мне хватает. Ну сейчас, подожди, если сейчас Егорчик выбивает, он выигрывает. Если нет, то ничья. А у тебя есть, Джуни, лям 300? Есть! Давай. Блять. Бля, база кормит реально. Ай, от души, брат, от души. Лучший. Эту победу я посвящу тебе, брат. Я выиграю, я тебя. Если нужно, лям остался. Окей. Я тоже добро не забываю, понимаешь? Бля, я обожаю эти моменты, нахуй, перед открытием контейнеров, резко замолкаю все. Давайте первый теперь. Мы ждем пока. А, все, нет, там время, давай, Игорчик. Давай. Он уже там пивко поглатывает. Победное, слышишь? Пригубил там. Бля. Да ёб твою! Так. А резко правила меняются. Да. Бля. Да иди ты! Блять, он ебанутый! Он выиграл 3 Мерса и 2 Теслы, блять! Так он еще самое главное, как говорит, молчу, и у него реально падает. Это ужас, блядь. Все? Сколько тебе не хватает? Джонни там говорил. У меня лям 800. Вот Диана фартовая, куда там фарт? Ты когда пришел, я не знаю, все, я чувствую себя, я не знаю, кем нахуй. Егорчик, так ты реально там пропадал чакру, копил, блядь, тут. Татуре. Сейчас пришел у Дианы все это, высасываешь энергоглот, блядь. Не, ну слышь, Жоня, вот тот ролик, который я тебе скинул, там вообще забил. Я там, знаешь, я ушел с ламбой еще одной. Мне ж там за 18 лямов вот это прото выпадало. Бля. Майбахи, вот это вся тема, 2 Бентли. Бля, вот он ходячий фарт. Фарт, короче, сидит, блядь. Ну ладно, что он там выигрывает? Ну, 5000 забираешь. Ладно, поздравляем, Егорчик, мы очень рады твоей победе. Спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх по видео. С вами был FlageGay. Всем удачи, всем пока.